Владимир Путин поручил перенести парад Победы на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии коронавируса. Глава государства заверил, что парад Победы и акция «Бессмертный полк» обязательно будут проведены в этом году. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и отметим День Победы тепло и торжественно. Тем более, что 2020 год объявлен в России годом памяти и славы, сказал Путин. Тем временем Евгений Куйвышев объявил о том, что режим самоизоляции в Свердловской области не завершится 20 апреля. По словам главы региона, хотя ситуация с COVID-19 контролируемая, она все же далека от благоприятной. А это значит, особый режим будет действовать бессрочно, до особого решения по его отмене. Шайку грабителей на Уралмаше задержали сотрудники полиции. По словам потерпевших, они знакомились с одной и той же девушкой в соцсетях, а когда приходили к ней на свидание, на месте встречи их ожидали пятеро молодчиков с битами. У незадачливых донжуанов отбирали все ценные вещи. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Обезвредить грабителей удалось, когда полицейские познакомились с той самой девушкой и сходили к ней на свидание. Как известно, футбольный чемпионат Европы 2020 из-за пандемии перенесен на следующий год. Однако многие болельщики заранее приобрели билеты на Евро и теперь озадачились вопросом, что с ними делать. Их можно будет вернуть через специальный портал УЕФА. Он пока только создается. Открытие планируется в начале мая этого года. После чего придет сообщение на электронную почту. Деньги вернут на ту банковскую карту, которую использовали при покупке. Если же эта карта уже не действует, потраченные средства возвратят с помощью банковского перевода. Надо лишь будет указать соответствующие реквизиты. УЕФА предупредил, что в силу юридических причин он не сможет перевести средства на другую банковскую карту, отличную от той, с которой совершался платеж.